Приветствую, дорогие друзья, всех на моем канале. Давайте посмотрим послание духов предков вашего рода. Сегодня 23 числа. Что хотят передать, сказать, рассказать, предупредить. Послание это не на сегодня. Оно, может быть, вам напомнит какой-то прошлый отрезок жизни. Возможно, подскажет что-то в будущем. Смотрите, благодаря... Вот, смотрите, вот у кого-то было крещение. Знаете, как кто-то, как может быть, выздоровелся, даже не знал о своей болезни, а, возможно, как поправился. Кто-то вода, кто-то окунулся в прорубь, кто-то обтерся снегом, кто-то принес воду. И это помогло избавиться от какого-то недуга. Сами могли того не заметить. Смотрите, колдунья. По дьяволу, шабаш. О, здесь бумеранг за маскарад какой идет. Сами все видите. Бумеранг за маскарад. За какие-то противоестественные действия против вас. Маски. Давайте посмотрим, что ждет. Вы знаете, как обретете мудрость? Здесь змея не имеет плохого значения. Карта воин, мужчины смотрят, есть. Знаете, как отвоюете свое благополучие, пойдете к своему счастью. Смотрите, какие карты. У кого-то появятся излишние даже деньги, которые вы сможете тратить на себя. Вы начнете исполнять свои желания. Так что вот такое было послание. Карты замечательные, а здесь бумеранги. Бумеранги посыпались. По-видимому, в святке кто-то тут что-то предпринимал, какие-то действия. Вы сами видите, карта труд. Змея – это карта мудрость, карта предка, рыба – это благополучие, клевер – это удача, деньги, ирида – исполнение ваших желаний, карта воин. У кого-то даже идет здесь мужчина. Если мужчина смотрит, в жизни все начнет налаживаться, меняться в лучшую сторону. Такой был расклад. Всего вам доброго. Это было вам послание. Не на сегодня, а послание сегодня. Я думаю, кому нужны эти послания духов предков рода, вы сами все поймете и будете смотреть. Всего вам доброго.